ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты, да не... параноик. Да, ладно. Прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты что? Что-то сказал? Ничего. Сейчас уложу ее. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Мы с твоей мамой обожаем эту песню. Почти пришли. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Все хорошо? Да, она спит как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом.
Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия, ложись! Мия! Мия, Аня, Боже! Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. О, Боже. Черт, наконец! Доложите! Груз под защитой! Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал! Запомнился правый способ! Сука! Черт, что тут случилось.
Кто это сделал? Черт, где я?
Может, они отошли? Что случилось? Все просто убежали из дома? Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Это все, что есть. Бери! Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Мертвец! Стоп! Тут еще! Господи Боже! Да что за хрень тут творится? Черт! Что это, блядь, было?
А ну! Какого черта? Выжил, идите к моему... к дому Луизы, на краю поля. Выжившие? Сука.
насколько можно. Постой!
жизни и в смерти мы восславим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? Видимо, это вход в замок. Thank you.
теперь? Ну? Эй, ты что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть до Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Идем! Скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог! О, да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Папа, терпи еще чуточку. Так много крови. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Тихо, не ори. Они могут услышать! Юлиан, спокойно! Кто это? Это друг! А ну назад! Отец! Юлиан, Бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует! Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика! Хватит! Они наши друзья! Прошу, входите! Ну же, сюда! Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. Сюда.
Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. Жизни и смерти мы вас славим, Мать Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена! Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет. Нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться.
Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет! Отец мертв, это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все руки! Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Я не понимаю. Бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Что это было? Thank you.
Смерть настигла их всех. Ha 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 ha!